А это молча напротив сидит. Что делают? А давай посмотрим, что. Они говорят, дама. Да. А она послушает, дама. Подожди. Пчелкушка никак не реагирует. Кто? Кто это такой? О, собака, да? А собаки бросить, да? Чтоб собака съела кошку. Какую? Так, интересно. А... Похоже, что она влюбит вон, да, мам? Не факт. Не факт? А что тогда собака там? Да, мам. Он все, собака все любит, подожди, да, мам? Пока. Собака все любит, хоть к нам. Он спит, мам. Ну не надо так висеть. Папа висел, да, мам? Да, да, да. Мама, ты еще повисеть. Так, нюху. Пошла не нюху. Обратно. Теперь леточку, леточку, леточку. Придем домой, я тебе отдам леточку. Леточку, леточку, хочу, пока. 20 часов ровно. Вот, с днем победы, да, мама? Да. Если сучки обломать, кошку упадет. Мужчина швакает. Мама, мужчина швакает, да? Швакает, да? Да. Мужчина, да, мама? Да. Давай посмотрим. Мам, дай вор... мне ленточку. Давай посмотрим, что сделает ворова с кошкой. Саш, ты садист. Можно дюшать там, да? Да, пап? Можно пугать. Как-то. Интересно, что у них за местные разборки? Или птица может атаковать? Ты ключишь мне? Человек-паука. Только в моей комнате, хорошо? Тук-тук-тук. Только. Саша, так, я сейчас тебе не трогай, пожалуйста. Ты дно поцарапаешь об асфальт. Это будет плохо. Я тебе, я закреплю эти уши. Ты не закрепишь, а завяжешь. Мам, сделай руки вот так. Вот так? Ага, да. Наивный. Мам. Сейчас. Тебе сейчас ручки так мам, свяжу. Мам, шлакуй руки вот так. Мам, сделай руки вот так. Не буду. Зачем? Не зачем, а почему? Почему ты бросаешь ленточку? Прости. Может, пугать? Может, что-нибудь бросить? Бедная кошка. Не поверишь, что она не может слезть? Или это отвоевывает территорию? Саша, успокойся. Не надо цыкать. А я попись. Прошу ленточку, если ты не смолчишь. Так, это что за разговорчики с мамой? Как тебе некрасиво? Я прошу сюда. Важно. Короче, мне надо...